Всем привет! Сегодня я расскажу вам о египетском отеле Titanic Aquapark Resort, который находится в Хургаде. Наша команда проанализировала 1000 отзывов туристов об этом отеле, так что нам точно есть что вам рассказать. Поехали! Вначале, как обычно, немного общей информации об отеле. Четырехзвездочный отель Titanic Resort и Аквапарк расположен на побережье Красного моря всего в 10 минутах езды от международного аэропорта Хургады и 15 минутах от центра города. К услугам гостей шикарный аквапарк с волнами, рекой для рафтинга и водными горками, а также ресторан и спа-центр. Пляж в этом отеле расположен на второй линии. Titanic Aquapark Resort предназначен для туристов любого возраста, но без домашних животных. Комплекс был открыт в 2015 году, а его последняя реновация проводилась в 2021. Были обновлены ресторан, ресепшн и номера. Частичная реновация проводится ежегодно. В целом гости считают, что отдых в этом отеле проходит очень активно и весело. Рейтинг отеля составляет: на Google 4,4 балла, на Booking 8,9, а на TripAdvisor 4,5 балла из 5. Друзья, узнать стоимость проживания и забронировать номер в этом отеле вы можете по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. А теперь давайте я более подробно расскажу вам о всех плюсах и минусах этого отеля. Но перед тем, как начать, хочу попросить вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Спасибо! Территория отеля просто великолепна и отлично подойдет для отдыха всей семьей или веселой компанией друзей. Главная достопримечательность – это, безусловно, шикарный аквапарк с огромным количеством водных горок, которые понравятся как взрослым, так и детям. Многочисленные горки подарят вам массу радости и удовольствия. Также есть очень необычный бассейн с искусственными волнами с подогревом. Если вы никогда не пробовали рафтинг, то очень советую. Отель рекомендует себя как семейный. И действительно, здесь очень весело и шумно, и место явно не для пар и романтики. Территория отеля достаточно просторная, в общей сложности составляет 61 тысячу квадратных метров. Также хочу отметить, что весь отель очень чистый и аккуратный, за что спасибо сотрудникам, которые убирают каждый день. Что касается недостатков, некоторые туристы отмечают, что аттракционы уже несколько устарели, и, возможно, стоит провести некоторое обновление. Например, бетон старого бассейна с волнами уже местами откололся. Также в отзывах о Titanic Aquapark Resort довольно часто говорят о том, что так как отель находится рядом с аэропортом, то часто слышен шум приземляющихся самолетов. А это не совсем комфортно. Отель расположен на второй линии, поэтому до пляжа приходится добираться с помощью автобуса, но можно дойти и пешком. Автобус курсирует на пляж каждые полчаса. Ехать на нем до пляжа около 5 минут. Пляж песчаный с пологим входом к морю. К сожалению, Хургада – это не Шарм-эль-Шейх, поэтому коралловый риф здесь не очень красивый, но он есть. Лежаков на пляже не очень много, так как этим пляжем могут пользоваться гости из других отелей, так что иногда приходится поискать себе место. На пляже также расположен ресторан, где вы можете немного подкрепиться и выпить прохладительные напитки. Но на самом деле, на территории комплекса Titanic Resort и Аквапарк столько водных горок и бассейнов, что это вполне компенсирует отсутствие нормального пляжа. В отеле Titanic Aquapark работает ресторан с обслуживанием в формате шведского стола и 6 баров. Гости также могут посетить ресторан с обслуживанием по меню. Большинство посетителей отмечают, что питание достаточно разнообразное и вкусное. Меню обновляется почти каждый день, так что вы обязательно сможете подобрать что-то для себя. Свежие фрукты, вкусная выпечка, десерты, салаты, супы, гарниры. Повара и официанты молодцы. Любое ваше пожелание учитывается и все вовремя решается. Хочется сказать несколько слов о чистоте в ресторане. Официанты всегда следят и вовремя убирают столы, поэтому там всегда чисто и приятно. Также многие туристы отмечают, что в отеле очень вкусный кофе. Единственный существенный для меня недостаток – это то, что пластиковые стаканы в барах и у бассейна просто ополаскивают под краном, они тщательно вымывают и просушивают. Но в целом о питании только положительные отзывы.
В отеле представлены номера таких категорий – стандарт, superior и suite. Многим гостям номера в целом нравятся. Они довольно просторные и чистые. Но, к сожалению, и тут не обошлось без недочетов. Например, в некоторых номерах до сих пор установлена старая сантехника. Плохо работает слив или установлен шумный кондиционер. Но это очень частые проблемы во всех отелях Египта. Также некоторые туристы жаловались на слишком тонкие матрацы, настолько, что чувствовались пружины. В общем, могу сказать, что номера, как всегда, требуют дополнительной реновации. Что касается уборки, то ее можно было бы улучшить, потому что далеко не всем гостям она нравится. Wi-Fi в номерах слабый и постоянно отваливается. Для тех, кто на отдыхе еще и работает, это может стать большой проблемой. Так что над номерами менеджменту отеля стоит поработать. Персонал в отеле Титаник Аквапарк Резорт очень профессиональный, отзывчивый и дружелюбный. Придраться просто не к чему. Кроме того, в отзывах было множество слов благодарности некоторым представителям отеля, сотрудникам ресепшена и анимации. Очень приятно, когда чувствуешь себя как дома, благодаря таким профессионалам своего дела. Так держать. Команда аниматоров будет развлекать вас с утра до ночи. Ежедневная зарядка, йога, танцы, дискотеки и различные вечерние шоу. Каждый день вас ждет что-то новое. Видно, что аниматоры стараются и выполняют свою работу на высоком уровне. Все отлично, единственное, что днем можно добавить больше музыки у бассейна. Титаник Resort & Аквапарк – это рай для детей. Здесь постоянно слышны детский смех и крики радости. Дети остаются безумно довольны отдыхом в этом отеле, и это неудивительно. Такое количество различных водных горок просто не может не радовать каждого ребенка. Также для детей есть очень хороший детский клуб. Пока профессиональные аниматоры будут веселить детей, вы сможете расслабиться у бассейна с коктейлем или, например, посетить спа-центр. Учитывая, сколько развлечений для детей представлено на территории отеля, то можно сделать вывод, что весь отель просто создан для семейного отдыха с детьми. Что ж, друзья, давайте подведем итог. Отель Титаник Аквапарк Резорт просто замечательный. Очень многие туристы, которые посетили этот отель, в своих отзывах писали, что обязательно приедут сюда снова. И это неудивительно. Территория здесь великолепная, есть огромный аквапарк со множеством водных горок для взрослых и детей, разнообразное и вкусное питание, отличный персонал. Также у отеля отличное расположение, близко к центру Хургады и к аэропорту. Из минусов могу только отметить не очень качественный ремонт в номерах и то, что пляж находится на второй линии. Если для вас это принципиально важно, то стоит присмотреться к другому отелю. Но в целом отель отличный. Друзья, окончательный выбор всегда остается только за вами. И только вам решать, стоит лететь на отдых в этот отель или нет. А пока вы думаете, я рекомендую посмотреть также вот эти наши видео о других египетских отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новом отеле!